вынужденную посадку в аэропорту Ташкента. Мы начинаем готовить пассажирскую кабину к посадке. Просим вас занять свои кресла, пристегнуть ремни безопасности, провести спинку кресла в вертикальное положение, убрать столик. Накануне во время авиаперелета из Бангкока в Екатеринбург сразу двум пассажирам одного рейса до того поплохело на борту лайнера, что самолет авиакомпании «Аэрофлот» был вынужден совершить посадку в Ташкенте. 59-летнего мужчину с подозрением на инсульт врачи скорой на каталке спустили по трапу и увезли в республиканскую больницу. Супруга пострадальца, к слову, по свидетельству очевидцев, осталась в самолете. Дама решила в одиночестве продолжить путь в Екатеринбург. Но, как вскоре выяснилось, на этот раз беда не пришла одна. Час спустя, когда лайнер выруливал по взлетно-посадочной полосе, почувствовала себя плохо еще одна зрелая пассажирка, 65 лет от роду. Пришлось вызывать еще одну бригаду реаниматологов. Самолет вернулся на стоянку, врачи поднялись на борт самолета. По утверждению одних очевидцев, болезную пациентку госпитализировали. Но прочие говорили о том, что пассажирки сделали укол и оставили на борту. Достоверно известно другое. Лайнер на 4,5 часа позже, чем планировалось, в 6 часу пополудни приземлился в аэропорту Кольцово.